А где я? Что я? Аук, ебать, я где? Бля, что пешком бежать, че шо? Это темнеет или че это, не пойму? Или просто туча? И ветер прям меня относит в другую сторону. Бля, вот это да, началось. Да пофиг сейчас это. А ты, кстати, мог бы не это. Зачем ты падаешь-то? Тебе надо был парашют не раскрывать, ты умер бы все. Да, я лучше нафармлю очков. Протокол какой-то. На себя веревку че не могу создать, алло. Игра, ты меня напрягаешь. Ну. А, надо же еще добавлять это, о. Да, во. Класс, нравится. Так, веревка есть. Надо сделать топорец. Тебе возьму, тебе возьму. А вот чё веревку нельзя перемотаться, вот, к примеру, там, вокруг себя, там, типа, ну. Такой бред просто. Теперь не могу взять. Ааа, горит, меня горит. Жопа от этой игры. То, что вроде реализм, а веревку вокруг себя нельзя, да, там, да, типа, да. Пояс сделать. Друг, штаны спадут, ну, реально. Каменный топор, ебой. Бля, как он сейчас с карты? Фу, это свинья. Правильно, он же может заспамить карточку? Если у тебя были скрины этой карточки. Бля. И видеодоказательства этой карточки. И 5 свидетелей еще, которые видели, как ты доставал эту карточку. Ну это ж, сейчас понимаешь, слышу, это ж... Это серьезная же игра наша. Реал настолько несерьезен, как скам просто. Я прям около этого уже спавнился. Сейчас на базу буду дезонтироваться. Пока не умри. Так. На колючку. Да я сейчас попробую на сарайчик, на сарайчик. Чи на дом. На дом попробую. Не, я сейчас дохну. Мне кажется, я сейчас сдохну. Нет, я сейчас сдохну. Давай, 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 давай. Нормально, нормально. Идем, идем, идем. Десант. Десантура. Десантура, нахуй. Сейчас все будет. Вот так, вот так, давай, давай, давай. О-о-о-о. О-о-о-о. Чётенько. Чётенько, шаттл, шаттл присоединяется, шаттл. А, шаттл, шаттл. Есть шаттл. Еееее. Да. Да. Давай, я хотел балкон, через... С той стороны. Да-да-да, через балкон хотел. Прикольно. Блядь, не, я умру. Он на этот, на колючку упадет. Колючка там справа на балконе. Не надо как-то спрыгнуть, давай хуй сюда. Знает. А, блин. Опа, не, тут застроено. Вот здесь сможешь. Так, где? А, ебать, где тут вот, нас да, нахуярили, меня? Блядь. Ну да, чтобы десантуры было поменьше. Ты типа по хо-бэби, типа? Да. А, ну все, я могу спрыгнуть, нормально. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Выходил зомбак на горку, выходил зомбак молодой, только свеженький зомбак. О, хрюшка! Давай, давай, давай его, надо уложить его. Да, да, да. Сейчас я переключу на одиночку.
Да, блин, ну ты чё? Клади, клади. Убил. Есть. Это с чего сейчас стрелял? Вал. АПшная вроде, да? Я не помню. Разрядить. А, не обычная, нормально. Рада оставить. Мужик! Мужик! Здоров! Здоров, мужик! Слух, позычь 100 рублей, 107 рублей я тебе сейчас отдам. Нету. Блин. Я все потратил. Понял. Ага, придется штаны продать. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь! Ну ничего страшного. Чё клюёт, мужик? То так что-то вечером не хочет клювать. Непонятно. Понятно. Давай, хорошие рыбалки. Давай, спасибо. Слушай, у тебя обрывы часто бывают? Да не. Ты знаешь про shift, да? Про shift? В смысле, а что в shift? Ну, когда shift зажимаешь, он как бы леска маленько ослабляет. И ты можешь... Когда у тебя клюет, сразу как только подсек, shift зажать и быстро-быстро-быстро примотать. Если не очень далеко, то ты можешь успеть вытащить даже крупную рыбу. Очень крупную. Ну, если хорошая леска и все такое. Я понял. Попробуй. Привет. О! Здоров. Шашлычок не нужен? Полтосик всего. Давай. О, нормально. Вот это другое дело. Пойдет. Ты нормально, видишь, бизнесмен. Тебе надо лавку там открыть. Да-да-да. Так. Так, денежку. О. Спасибо. Пожалуйста, приятного. Нормально. Я как директрисе говорю, так и так, блядь. У нас на крыше стоит интернет. Говорю, можно подключить? Она такая, ну, блин, ты захочешь, ну, то есть ты поставишь, все захотят. Я говорю, так а что такого, это же хорошо. Она такая подумала, ну ладно. Она, короче, дала отмашку. Ого, шоколадный парень сел тут на меня смотрит. Алло, ты чё? Они такие, сегодня один до нас тоже докапывался. Я испугался. Я думаю, что это шевелится, я думаю, уже всё. Доигрался, хватит. Ловился рыбы. А он афкашит. Хрен. Ты что, воду пьешь? Он воду пьет с этого. Тебе дать что замочков? Друг, нормально все? Нет, замочки у меня есть. Сейчас да. Я в дерево срублю, блядь, досок. Как дела? Доски он весь есть. Тебе шашлычок не нужен за полтосик?
Баблишко дать тебе? Продаю с рыбки шашлычок вкусный. Да, беру, покупаю. Так, во, держите, пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо от души, с вами очень приятно иметь дело. Твою от меня душе на душу вам. Но не всегда попадались нормальные, адекватные пацаны, мужики. Думаете, это единичный случай? Нет. Я думаю, это заразно. Вперед назад тебе и неприятно. Нуждение, разрушение. Вон друг. Привет, друг. Шашлыки с рыбы по полтинничку не надо. Чё, блин? Пакет не мой, оце чиє. Це не моє, табак должен там. Шашлык с рыбки, полтинничек, рублей всё. Ага, понял. За сотку заберёшь? Я тебе сказав, що є оце. Тут забито коноплюю. Де твої ботинки? Та мені так хорош. Та тут жарко просто. Ну, понимаєш. А при чому ці ботинки? Куртку сніми. Да що ти, чорт побери, такое несеш? Это из ряда вон, заблудился в лесу, иди домой. Цей ночі я гуляв, ну, решив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Слушай, надо сюда реально это, огнемет добавить. О, да, была вообще тема. Я бы нахуй всех сжег бы к хуям. Ну, мені нравится, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджают. Ну, люди в шоке, глаза аж вилазят у них. Маркус, ты чё, блядь, давно таким стал, не? Ты с бензопилой, блядь, без трусов бегаешь, блядь. Без трусов, но с бензопилой, блядь, бегаешь, блядь. Только сжечь кого-то хочет, блядь. Нема машины, машины нет машины. А, ну вот, тогда чё бежать, надо, вот именно. Надо срок куплять. Вообще странно, блядь, что машины реально нет наличия. Эхе, может это у меня просто вообще не выкачано, ну реально. Но мне кажется, ну, либо тебе показать. Да нет, такое бывает. Он не мотоцикл, но может купить, блядь, не машину. А хули у нас здесь? Вождение у меня было на нуле, я ж купил машину. А ты можешь хоть что-то купить, я не знаю, там, блядь, бутылку. Попробуй воды. Что-нибудь вообще, да. Бутылку воды купи. Не хоть. Не, я ж воду покупаешь, я ж тут хаус. А, блядь, типа, все остальное нормально, да, продается? Ну, с еды, да, вода, еда продается. А нет, а квадрики, допустим, там можно купить просто в корзину, как бы положи квадрик. Смотри, есть квадрики, да? Если есть квадрики, нет, покупай. Нет, тысяч, мне надо нажать купить. Я могу выбрать. Выбрать, могу купить, выбрать. Корзину. В корзину потом он добавит. Отменить. Да, корзину, да, в корзину я могу он добавить, но при да. Покупке мне пишет. Да, ну оно пишет мне, нельзя продать выбранные предметы. Да, ты купить попробуй, а не продай. Блять. Я включить, я могу включить трансляцию. Давай. Может ты там что-то продать, что-то точку пытаешься? Прямо. Я же пошел за этим. Да ну да. Так. Ну. Да? Я врубил? Да, вот, давай. Ну вот, я подхожу. Так, хочу, вот, к примеру, купить машину. Ой. Купить. Машину, вот, я выбираю, корзину, покупаю. И вот снизу пишет. Нельзя продать выбранные предметы. Вот оно. Я не понимаю. Бля, это странная хуйта вообще. Очень весьма. А баба и бабы хватает, да, там все? Ну, у меня 27. Ну, 27-4. Да, я. Короче, я велик куплю и приеду, я ебал. Да, конечно. Понятно. Так, а не 6600. А то я заебался эту рыбу ловить уже. Перед глазами все. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like
Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, adrenaline wasted. Так, так. Я доехал. Так. Я смог. Быстро? Я смог. Бля, тут машина стоит уже. Наша? Бери машину. Наша? Тут кто-то песни спевает. Мы. Наверное, мы с тобой подружимся. Тут пацаны друг другу песни поют. Я не могу продать, они меня окружили. С бензопилой. Они тебя окружили. Чё вам надо, блядь? Это оконца, блядь. С бензопилой ваш? Нет, 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 не наш. Бензопилист, слышишь? Алло. И доски, гвозди. Да, спасибо. Так, гвозди. Лысый. Гвозди, гвозди, гвозди. Чё тебе надо? Да? Есть мусать, мучачо? Я добыл. Срыкё? А садчи чайно нам, Иван? Чё, чё тебе надо? Чё ты хочешь? Чё? Да, да, да. Ты смотри аккуратно, как бы ты понял. Нет, много, нет. Это вот, короче. Ну ты понял, да? Бензопила, она такая, бензин кончился и всё. Человек, если хочет, надо его сделать. Да, 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 хорошо. Я приму это, хорошо. Хорош, красава. Какие-то агрессивные эти аборигены на меня напали, блядь.